Сегодня биичане могут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ. Обследование проходит в кожно-венерологическом диспансере города. Оно абсолютно анонимное и займет всего 15 минут. Такая акция, отмечают специалисты, позволит отследить, сколько граждан инфицировано, и оказать больным содействие в реабилитации. Кроме того, жители Наукограда могут заполнить анонимные анкеты на знание способов распространения ВИЧ-инфекции. Отметим, по данным на май этого года в крае зарегистрировано более 22 тысяч человек с положительным вирусом иммунодефицита. При этом именно Бийск и Рубцовск – лидеры среди городов края по числу ВИЧ-инфицированных.